2009 год был объявлен Международным годом астрономии. К этому году многие производители телескопов выпускали специальные модели. Не осталось в стороне и компания SkyWatcher. И сегодня мы хотим рассказать о телескопе, который выпускается вот уже столько лет и пользуется заслуженным доверием у огромного количества числа любителей астрономии во всем мире. SkyWatcher 130 Heritage. Зеркальный телескоп на монтировке Добсона. Продается, кстати, вот такой красивой подарочной упаковке. SkyWatcher 130-650 Dob Heritage. Скажу честно, я небольшой фанат складных инструментов, компактных складных инструментов, но этот телескоп произвел на меня самое благоприятное впечатление. В самом деле небольшие компактные размеры делают его очень удобным инструментом для тех, кому важны небольшие габариты. Телескоп установлен на монтировку Добсона. Это вот такая вот простая деревянная подставка. Благодаря компактным размерам, небольшому весу, всего лишь только 7 килограммов, этот инструмент можно действительно считать экспедиционным. И вы всегда можете взять его с собой в поездку, даже положив в рюкзак. Ну, можно, конечно же, найти рюкзак, в который можно положить вот такой телескоп. Но достоинство данного инструмента – это его конструкция. Начнем с трубы. Она здесь складная, то есть вот в том виде, в котором вы сейчас ее видите, она находится в сложном состоянии. Но совершенно легко, вот таким вот образом, вы выдвигаете переднюю часть, и труба телескопа принимает свое рабочее положение. Сама труба установлена на монтировку Добсона. Простая деревянная монтировка Добсона, она уже собранная. Да, у нее нет микрометрических винтов. Да, она достаточно компактна, но с другой стороны, это все плюсы. Плюсы, которые удешевляют инструмент. В передней части трубы телескопа находится фокусировочный узел. Обратите внимание, это фокусировочный узел не кремольера, ну и, конечно же, не крейфордовский фокусировочный узел. Здесь наведение телескопа достигается вращением по часовой, либо против часовой оси вот этой вот окулярной трубки в корпусе фокусировочного узла. Обратите внимание, диагональное зеркало расположено вот на таком металлическом стержне. Здесь нет растяжки. Здесь также имеется вот такая вот бленда защитная против паразитной засветки, которая может попадать вам в глаза. Поскольку эта вот часть трубы у нас с вами открытая, она никак не закрыта, то наличие такой бленды, оно очень полезно, и вы сами это почувствуете, когда будете наблюдать в этот инструмент. Искатель у данного телескопа классический старпойнтер, то есть искатель с красной точкой, классический коллиматорный прицел. Он также установлен на передней части трубы телескопа. Ну и сама труба, где располагается вот с этой стороны главное зеркало, она сделана из металла, достаточно жесткая. И на ней вот можно увидеть, где у нас крепится выдвижная передняя часть. Можно увидеть, вот расположены два винта, закрутив которые, мы фиксируем выдвижную часть. И тем самым у нас труба вот в таком положении находится для наблюдений. Труба телескопа легко снимается с монтировки. Она крепится к ней через вот такую вот стандартную пластину «Ласточкин хвост». И вы при желании можете установить эту трубу на любую другую монтировку. На какую-нибудь экваториальную, например, если она у вас есть, либо если вы ее приобретете в дальнейшем. В основании монтировки вот тут вот можно заметить гайку, закрутив которую, вы тем самым увеличите усилие, которое необходимо будет прилагать для того, чтобы двигать монтировку по азимуту. И, соответственно, вот с этой стороны находится еще один винт, закрутив который сильнее, вы сделаете более жестким сцепление
крепление с монтировкой, и вам нужно будет прилагать больше усилия, чтобы двигать трубу по высоте. Это вот такие вот ручные регулировки, вы под себя их настроите. В базовой комплектации с телескопом идут два окуляра. Окуляр с фокусным расстоянием 25 мм. Производитель говорит о том, что это широкоугольный окуляр. Он вам даст увеличение 26 крат. И окуляр системы Плёссела с фокусным расстоянием 10 мм. Он вам даст увеличение 65 крат. Но поскольку у нас телескоп имеет диаметр объектива 130 мм, то, соответственно, вы можете легко разогнать этот телескоп до значительно больших увеличений. То есть можно на нем наблюдать с увеличением и 100 крат, и 150 крат. А при идеальных погодных условиях и почти до 250 крат. Соответственно, если вы приобретете дополнительный аксессуар, дополнительный окуляр, вы можете получать на этом телескопе и другие увеличения. Посадка здесь стандартная, 1,25 дюйма. Поэтому вам подойдут любые аксессуары, которые имеют стандартную посадку 1,25 дюйма. Особо хочется отметить нижнюю часть трубы телескопа. Она вот оформлена в таком художественном стиле. Здесь, если смотреть издалека, видны буквы. Если же присмотреться, то это фамилии астрономов и физиков, которые внесли большой вклад в изучение этих двух наук и, соответственно, в изучение окружающего нас мира, космоса и Вселенной. Еще одна небольшая деталь. На монтировке имеется вот такой вот паз, с помощью которого можно легко переносить телескоп, если вы не проводите наблюдение. Для этого, конечно же, его сперва нужно просто сложить, закрыть объектив крышкой, взять за ручку и, соответственно, пойти домой спать, либо наоборот взять и пойти наблюдать. 130-миллиметровый телескоп на монтировке Dobson SkyWatcher Heritage. Телескоп для начинающих любителей астрономии, но который показать может очень и очень многое. Это, конечно же, горы и кратеры на Луне, полосы на Юпитере, спутники Юпитера, явления в системе спутников Юпитера, кольца Сатурна, щель Кассини, полярные шапки на Марсе, моря на Марсе, фазы Меркурия, Венеры и огромное количество объектов глубокого космоса, туманности, звездные скопления и галактики. Открывайте свою Вселенную с помощью компактного телескопа на монтировке Добсона SkyWatcher 130-650 Heritage.